я тут проник, случайно проник в серьезный автомобиль, блин, вовнутрь. Сиденья, правда, нету. А, что-то намотало, да? Да, что-то никогда нету. Это я вспомнил, еще на сушке нет. Блин, тут классно внутри, Витара, это зачет. Смотрите, все легенькое, пластик. Очень легкая машина, тут тоже сантраки, якорь. Края черепа. Сейчас поедем. Что там, нормально намотали, да? Да, черепа. Охереть, тут автомат, коробка еще. Так, осторожно, чтобы ребра не сломать, блин. Так, валим нормально. Ух ты, блин, она валит, охренеть можно. А что там, 1,6? 2,0. 2,0? Это с длинной мотор, да? Ну, не родной же. Родной. Родной? Ну, в смысле, с длинной, наверное. С длинной, но родной мотор. Но родной, да, а да. С этой родной, с короткой. По винтводу бьет. А были 2,0 короткие? Да. Ну, мало, наверное, очень, да? Ну, рядная четверка. Не, я знаю, ну, а, рядная четверка? Есть V6 еще. Ну, V6 есть, да. Хорошо, пыли нету, да? Да. Гости примочил. Да. Так, идем на следующий спецучасток. А на какой? На воду тупо. Ну вот там справа какой-то, говорят, крутой. А, или на воду сначала, да? Так. Блин, офигеть. Вот это мы валим. Осторожно. Осторожно. Это время есть еще. Так, а вот тут самый движ на берегу. Где-то здесь, думаешь? Да, где-то здесь. Не, она где-то справа там по воде вроде была. Вот туда справа? Ну, вроде да, насколько. А где карта? Посмотрите. Блин, по карте, ну там хер пойми. Ну, вчера я видел. Ну, что, где сцена, ориентир за сцены бери. Ну, вот восьмерка. Шестерка, снайпер, карта. Восьмерка. Ну, там, где справа. Это я наговорил тут. Ну поехали на берег. Поехали на берег, кого-то спросим. Ух ты, валит, блин. Вот это жестко. Какая гора, только что улетела. Если не намотал. Ну тут хорошо, я вам скажу. Что там, поднял? Так, Запорожец починили, доехал он до берега. Мы внутри боевого болида, ребята. А что вы чинили с утра? Передок или беду? Новая лебеда. Передний привод или беду? Новый привод, да. Так, ну тут классно, классно. Все по классической схеме здесь происходит. Додж сидит, Вова тянет. Да, вот, наверное, вон, блядь, ты видишь? 8, да. Есть? Да, да, вот она есть. Я попал в этот оффроудный рай. Тут жесть. Так, ну вот это Витара. Коваль Женя. Родионов Кирилл. Так, ну вот RFC-шные ленты. Сейчас будет экшен. Старт-финиш. Красиво должно быть. Сейчас посмотрим. Против часовой стрелки, да, по правой стороне вот так вот. Заворачиваете и едете обратно, и они у вас должны быть по левой стороне. Загорание вишкой направо, налево. Проводное безумие продолжается. Тучи идут, кстати, дождь будет, я думаю. Сейчас будет красивый заезд, я думаю. Дима еще не ехал тоже. Все, кто чинились, у всех есть шанс. Очень демократичная в этом плане гонка. Есть много времени, целый день. То есть даже поломавшись, ты можешь показать результат. И это круто. Едет на старт.
показать, но тут все видно. Старт. Ребята полетели, интересно. Очень круто едет машина. Штурман открыл, чтобы набрать воды, чтобы не всплывало. Красиво. Сучокки. Молодцы. Блин, нормально выглядишь. Вот и серьезный автомобиль самого лимузинщика. Привезли ребята. На Унимоговских мостах, на больших колесах. Дождь сидит. Ты видишь. Кто там за рулем, посмотрим. Сам лимузинчик за рулем. Лично. Нива сейчас будет в РФС стартовать. Да, интересный аппарат. Сейчас РФС продолжается. Стартует Димон. Трассу заняли, как обычно. Мало, мало воды. Надо именно сюда залезть. Да, что-то хреново уже ей. Так, ну что, сейчас стартует один из ведущих РФСшников Украины. Давай, Димон, аккуратненько, давай. Поломались, починились, ребята.
Шевроле 34-е колеса. Далеко. Закопались. А кто их пятый? Подъедьте к пятому, вытащите его. Не заглох, мотор работает. Серьезный аппарат едет на помощь. Вот эвакуация. Девочки-свинки. Молодцы. А на чем вас катали? Пусть моются. Пусть моются, да. Ну вот Геленваген с красивыми стеклами. Вчера мы его видели. ЗИЛ-130 пытается утонуть, но тут ям нет. Колян пытается вытащить Шевроле Ниву, но не знаю. Да, пошло. Зацепил. Да, вот так закончился заезд Нивы, к сожалению, но... Аудио с миллионным просмотром. Нет, это А8. А4. А то была А4. Так, ну что, дождь идет, близко уже. Сейчас будет. Дождь сидит. Никто его не спасает. Отжигают нормально сегодня. Вижу Хаммер. Вижу сидящую Ниву. В общем, много застрявших. Санек, сейчас поможем! Лимузинчик где-то уехал уже. Ну, тут где-то известный джипер должен лежать, да? Не, это не он. Где он? Внутри где-то? Ну, машина известная, это звезда канала моего. Чуть выгорела красочка, ну, это она. Я в курсе, да. Сверлит как надо. О, тут еда есть, да? Конечно, да. Где ты, звезда моего канала? Привет. Дождь сейчас валит, наверное, хороший. Есть где прятаться? Волынки, ребята, эти дети спят. А вот есть будка. Ну да, да, под будку можно. Под будку можно, да. На будку. Ну что, а ты волынку, где твоя волынка вообще? А, запорожец, где? Запорожец есть. Есть? Ты его не берешь. Берегу, чтобы не сломать. А, правильно. Кажется, дождь начинается, да? Не, ну тут у вас хорошо. Полная жесть, конечно.
сейчас пойдет хороший дождь, судя по туче и молнии, будет круто.